Теплые объятия и зажигательная лезгинка. Так на малой родине встречают героев Токио. Радость триумфа с медалистами Паралимпиады разделили сотни болельщиков. Чемпион игр в метании клуба Муса Таймазов признается: только вернувшись домой, в полной мере осознал, что выиграл главные соревнования в своей жизни. Вначале я не понимал. Ну, пока сюда не приехал, я не понимал, что это. Ну, еще как бы не осознавал. До последнего момента все думали, что серб первый, потому что 13 лет его никто не выигрывал. Две паралимпиады он золотой, и вот сейчас третья паралимпиада его, он серебряный стал. Конечно, они все были в шоке. Паралимпиада – это абсолютно другой уровень, делится тэквондист Зайнудин Атаев. В Токио он стал третьим, а эта медаль наверняка станет одной из первых игрушек для сына, который родился у него как раз перед вылетом на турнир. Ощущения, вам сказать, ну, ни с чем не передать, это все равно другой уровень. Когда туда попадаешь, даже вот больше всего удивило то, что ну, столько паралимпийцев никогда не увидишь, как на Олимпиаде. Перед вылетом в Токио он родился практически, да. В честь друга тоже назвали по команде. Пока еще не видел, чисто через телефон, через WhatsApp только и все. На пьедестал в японской столице также поднимались тэквондист Даниил Сидоров и дзюдоист Анатолий Шевченко. Выступление наших атлетов в Японии в региональном Минспорта назвали триумфальным. Сам руководитель ведомства Сажид Сажидов и вовсе приводит медалистов в пример своим детям. Сегодня я сюда привел своих детей, чтобы они увидели действительно настоящих героев. Тех людей, которых не сломило ничего. Своим характером добились в жизни высот спортивных, которые показывают пример нашему подрастающему поколению, что надо стремиться идти к своей цели, никогда не сдаваться. После заслуженного отдыха спортсмены вновь вернутся в залы. Муса Таймазов намерен покорять новые рекорды, а наши третьи призеры к играм 2024 попробуют переплавить бронзу Токио в золото Парижа. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ.